апатиты. Сейчас найду. Что-то я только сейчас понял о том, что надо было снять, что в Москве у нас там происходило. В общем, погода нормальная, градусов 8-9 тепла, но пришлось сделать вот что. Просто там, куда мы едем, там уже очень холодно. Около нуля постоянно температура, я же спадаю, с кем-то там гололед будет. Так что и машина там еще останется на второй монтаж. Так что приходится вот так выкручиваться, ехать по сухой трассе. Может быть, даже подождем чуть-чуть, но на шипах, как дурак, в октябре. Вот и первые новости. Я поехал на ведре. У него расход большой, но на самом деле я не заправлялся. Я думал заправиться сразу после съезда с МКАД. Заправок нет. И это тоже ничего страшного. Дело в том, что эта заправка банально не отмечена указателем заправка. Она есть на Яндекс.Картах. Наверное, на Гугле, если не знаю. Я еду по Яндекс.Картам, вот она там есть. Но это просто карман. Технологический карман, где стоит эта заправка. И нету нигде никакого знака. Заправка выглядит примерно вот так. Хорошо, что она есть, безусловно. Но поставьте указатель. Просто банально поставьте указатель. Заправка туда. В чем проблема? Ехал я вчера долго, в дождь, трасса ремонтируется, в общем, устал жутко. Приехал в гостинку где-то пол второго уже, получается. Перекусил, лег спать. Гостиницы здесь разные, но я взял вот с таким вот видом. Но имейте в виду, что если вы поедете осенью в эти края, закладывайте то, что вы не сможете выспаться за 6 часов. Такая погода, что вообще из-под одеяла вылезть-то не хочется. У нас сейчас темнеет довольно рано, ну не знаю, там в 6 часов уже сумерки, там всем уже темно, как не знаю, где, ни фонари, ничего не помогает. И ехал долго, ну и просто по темноте, ну дорога, деревья, все дела, как бы ничего особого. И только сегодня, когда уже выехал из гостинки, я понял, что природа вот так вот поменялась для меня. Не постепенно она менялась, а просто раз, и оказался в совсем другом месте. Ну вот, тут мало того, что природа другая. Все, привет! Снег. Сейчас 2 часа. Дня. Солнце есть. Вон, немножко солнышко. Погода отличная. Вот, пожалуйста, все. Это сколько получается? От Москвы мы отъехали часов 15, наверное. Но снег, все, привет. We'll be right back.
постоянно будем купаться.